В Варике есть карты, где ты управляешь героем и посылаешь противнику монстров. Но эта карта буквально врывается в этот список с ноги. Разработчики вообще ничем себя не ограничивали. Например, здесь Блейдмастер, силовик, кидает вейв, а еще у него звездопад. А когда юнитов становится слишком много, ты можешь отправить ультра-мега-корову, которая почему-то выглядит как овца. Но самую главную дичь карта нам подготовила уже ближе к концу ролика. Всем привет, друзья, с вами Вадим 2К Хаос, и мы играем в Lumber Defense. Так, для убийства героев дается ресы. Дерево. Ну, сотка, нормас. Ну, на начале может нормас. О, Хирингвард у нас, нифига. Я... Сомнительно, конечно. Тоже Блейд. Да, да, да. Но... Я и говорю, фигня какая-то. Сомнительно, но окей. А, за убийство крипов тоже дается эти. По десяточке, ну да. Да. А, чё я такой быстрый? Тимасиковский вард надо сломать. А, он не сломает? А, не, ломается, но что-то... Как-то не очень ломается. У меня 1000 хп, я запаришь ломать его. Не ломай. Я типа аурный, я полезный, да? Да. Чё меня все типа в воздух отправляют, гады? А это лучница поганая. Стоп, две просто. А, у вас еще и две лучницы. Миджабуля, живи. Жалко, у нас лучницы нет. Лучница, она это, сетку кидает. Да. А если что, могу подхилить. Не только вардом. Так что обращайтесь. Больно. Нормас, мы их пушим. Вертолет какие-то. А какой-то инком есть, да? Или вот это справа инком? Это, ну, вот да. То, что посылаешь, это вроде инком как раз. Да-да-да. Да, справа инком пишется. Я хорош, получается? Тут есть юниты за десятки тысяч дерева, здания за сотни тысяч дерева. А я так понимаю, ну, у фонтана драться не очень хорошая идея, да? Ну, видимо. Ну, что, да. Да-да-да. А тут, кстати, юнитов можно контролить. Ого. И такой дурью заниматься сомнительно что-то. Ну, тут у юнитов, например, у магички есть Bloodlust, вроде как, по иконке. Но он не включен. Так что надо контролить некоторых. А, типа Bloodlust, прожай. Ага, окей. У рифлов вон аура на ренджей. Не. Обменялись волнами. Ой. Вот это, конечно, я настреливаю, на самом деле. Под Bloodlust'ом. Жесткий. Что-то мы огребаем. Где наш фонтан? Фонтаны. Потом книжки надо покупать, получается. Засетковали Вадима. Да вообще. А меня-то за что? Так. Да я тут всех миджабулю. Миджабульш. Булин как миджабули. Ну что-то я вообще никого не добиваю. А, белки, да, качаются прям вообще божественно. Ну, сетка. Третий уровень, как бы, и все, да. А, в этом плане, ну да. Да. Атака у героев, конечно, космическая вообще. А билки, ну как бы. Сколько у нас там? 120 урона. Может, Вадима это, пока он тут крутится. Пока все остальные ушли. Не, что-то он больно толстый. Все, нечего тут. У него просто тут кость широкая, не надо. О-о-о, Вадим. А, не, это же иллюзия, да. Убийца, блин. Да. Миджабуля? Миджабуля? А, это я умираю? Офигеть, у вас команда гениев, конечно. Это не Вадим. Я перепутал себя с другой лучницей просто.
Ты думаешь, ну союзник, ну бас, да? Да. Ну, думаю, кто-то танчит, ну и хорошо, что не я. Эй, инвиз какой-то. Я вообще блейда взял, чтобы этот раскачать атаку и крысить из инвиза. А как-то не получается не атаку раскачать, ни инвиза не крысить. Только летаю, да. О, лучница. А за всех крипов по 10 дают или за магичку побольше? За... А чё они под нашим фонтаном стоят? Вообще несправедливо. Ну так не фонтан. Фонтоса, давай, фокусим Тоса. Нет. Ой, давай, давай. Маля. Я вообще фигнёй страдал какую-то. Я у этого, как... Лучница обордевшая рожа просто внутри фонтана стояла у нас. О, вон она, вон она, вон она. Ой, ну ба... А, нет, ладно. Эмма. А где ульта? А я выучил ульту, ее нет. Ой, 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 умирают люди. Не тролли умирайте. Тоже. Не умирайте, пацаны. Все, мы их булим, вообще башни сносим. Надо пару вертолетов прислать на самом. Вряд ли часовой видос из этого получится. Ну, Вадим, посмотри, сколько хп у замка. Сейчас забываю инкомных юнитов посылать, это, конечно, стыд. И срам. А каких ты посылаешь? Вообще никаких забываю посылать. Не инкомных. Сейчас спокойствие. Что-то слабое спокойствие какое-то. Что, фонтан более спокойный? Да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Димасик. Вырубили. Убивают. Валим. У меня самый низкий инком. Позор. Что я вообще? Вертов вызвал, потому что они инвиз палить должны. Почему? Где? Где? Где это все? О, нормас, меня фокусили, но благо в воздух подняли. Красавчики. Ну, вернись, блин. Лучница, разлучница. О. Иди сюда, на тебе, на тебе. Добил, что ли, нифига? А, да. Что-то вообще мы их ломаем, а что они такие слабые? Так вы наш фонтан заняли, и все. Не отдавали бы свой фонтан. Да, а замок сам по себе ничего не дает. По итогам. Ничего себе, у вас лучница с четырьмя перчатками. Задротская. О, инфернал 100 тысяч стоит. А, дерево дает, когда юниты твои тоже убивают. То есть я, видимо, бомжатских футов отправлял. И из-за этого, беда. Там, блин, такие залпы жесткие. Дэм. Научницы там друг друга, да, аннигилируют. А вы лучше не посылаете вообще? Я посылаю. Мне уже на 4 хватает инкома. Не знаю, я футов отправлял всякую фигню, думал, без разницы. А оказывается, нет. О, Миджабуля, Миджабуля, нормально. Наваливаем, наваливаем, Миджабуля. Минус Антошка. Мне тоже навалили. Минус Димасик. Нифига вы жесткие. Так, они предметов накупили, все, надо предметы покупать. Да не знаю, нужно... Да надо лучниц как-то их завалить. Вот предметы. Псец у них дальность, конечно, реально. А, ну вон мы под фонтаном стоим, ладно. Кстати, кайфово.
Таурены какие-то пошли, алло. Отжимаем фонтан. А вы каких лучше строите, обычных или год арчер? Ну я за 800. Да других. Не год, а гуд. Нормас арчер. Ой, и дрик танки их, ну, аннигилируют. Да. Что они такие лоу хп тут бегают? Ну, у гуда в два раза атаки больше, по-моему. Куда ты побежал, дуры? Нормально. Что, с пылы ничего не пробивают почему-то? Ну, там, ну они качают, наверное, да. У тебя спел, наверное, урона 200 наносят, а там хп 2000. 180-200, да. Хорошо, продумали. Блин, все, а надо быть ренжом тупо в этой карте. Угу. Мне лишником грустновато. Так, я пачку танков отправил. Вы там лучниц поделаете немножко. Танковать? Не, ну реально лучниц 1500 хп, вообще смысл. Да. Это ж Китай Гзлок? Да. Под я танки даже... залез. А, это ужас какой-то. Танки в городе, блин. Да. Ну, получается, я вначале просел по инкому, и все, конец, короче. А, меня убили. О, а что если, Женя, ты меня завалишь? Что будет? Попробуй. Можно? Тебе дерево, может, дадут? Ну, очень вряд ли. Ну, зная, видя эту карту. Ну, мне сотку дали, походу. Я понял, как играть эту карту. Блин, а чё? Бей своих, чтоб чужие боялись. Да-да. А, можно же... Ща! Так, подождите. Бля, чё так мало демо? Пустите меня к фонтану! Меня лучница не пускает к фонтану. Пустите меня на фонтан. Просто похилиться. Я сотку зарабатываю. Сам себя выгодно. Я не уверен, что ты сам себя, если убиваешь, тебе тоже дают. Но я не проверил. Но звучит как план. Писец, конечно, Димасик там улетает. Да и ужас вообще. Офигенный спел у катапульта взорваться. Спать. Уж эти перестрелки лучниц. Чё за землетряс-то? Интересный землетряс. Надо чё, уже я более сильных вызывать? Я вызвал одного разрушителя, но чё-то я, по-моему, не в плюсе ни хрена. В смысле? За них меньше дают? Ну, он никого не убил и... Я вон просел по инкому. У меня 14 тысяч стало. Нифига. О, нас что-то пробили. Миджабуля 24 тысячи. Что творится-то? Ну, я стараюсь на сдачу, вызываю всегда, когда... О, вон он. Я спрятался. Ну, бас. Я не понимаю, а где взять вот эту просветку какую-то? Хоть какую-то? Зачем просветка? И так нормально. У них протемка, у нас просветка будет. Ну, Армаз, вроде отбиваемся, а то казалось, что уже конец. Потом же книжки еще надо покупать. А блин, а мне книжки на хп. Такое себе, конечно. Блин, я смотрю, лучница, 5000 атаки там где-то у вас. И я такой, 240, здрасте. Ну, это из второго барака. Ну, блин, а я у тебя один на всю игру. Так что...
самом деле Кадоя бы притащить сюда. Но он, скорее всего, умрет быстро. Ну, если будет стоять где-то за лучницами, то нет. Ну. Чтобы он умер, там надо постараться подфокусить. Кайф, я наконец пинком. Я думал, что выправить ситуацию пинком уже нереально, но походу можно. Да. Пострелим. Ой! Офигеть, я подошел и сразу сдох. Да, да, лучница, это писец. А как мы отбились от вас? Я не понимаю. Фиг знает. Лучницами? Ну, типа, они даже вроде сумонили. Плохо сумонили. Ну, басы. Охренеть, блин, лучница. Ну, вон, от них толпа такая идет. Ну, они ж по одному подходят, получается. Ага. А кто крик делает? Я. Бугай. Шаман 50 тысяч стоит вообще. А он король? Ну это мало. Это у тебя целый инком. Одна твоя зарплата полная. А почему Меджабуля настолько в плюсе? Ну получается, реально, когда в плюс вышел, то всем конец. Офигеть, перестрелка, конечно, на таких рыджах происходит. Не, на самом деле с криком у нас должно быть все хорошо. Ну да. Ну крик 25% в арике, по крайней мере. Да, он еще без КД, вообще ужас какой-то. А, мне аж подлагнуло. Это резурект сделать. Ну-ка. Оп. Пец, у нас еще сзади подходит 1 000 000 юнитов. Я боюсь за движок варика, если честно. Немножечко. Нам надо на час растянуть видео. Футменов нам кто-то отправляет, красавчик. Ну, кстати, давайте, наверное, бомжей уже не посылать из первого барака. Ну, давайте. Ну, какая разница? Ну, полагайте, чем грабы. Дороже юнит, тем это... Я чисто из соображения и оптимизации. Угу. Ну, да, тем меньше их. Вадим, отправь, пожалуйста, учить своих, они там у тебя, по-моему, просто встали. Давайте вообще вот так вот сделаем. Вот так. Ничего себе, какие-то... Дурь какая-то. А, это, наверное, те, которые меня гасили тогда. Да, скорее всего. Дай контроль возьму. Я их отправлю. На. Им конец. Ага. Турен что-то стоят. Ну тут, походу, моя лучница уже все этот. Загородили проход. Ну мы медленно, но верно приближаемся к их базе. Проблема в том, что скорее медленно. Скорее медленно. Ком пробивает сотку. Ну, достаточно верно. Вот, пошел. Все, что не лучницы, выбегают вперед и просто за секунду дохнут. Ну-ка, я вот посылал Акалита и Тень. Они где-то есть вообще? А, вот Акалит нашел. Выдайте талон. Он милишник. Он никогда в жизни не придет туда. У него 165 тысяч хп, в принципе, может, поживет. А, вот ты хотел видеть невидимое, вот тебе тень за 60 тысяч. Ага, ничего себе, ну да, нормально. Вряд ли она... Это вурдалак за 65 тысяч, базовый воин, если что. Я послал базового. Хоть не базированный. На базу, получается, послал. А, ну тень, смотри, жрет лучниц их. Нормально ему. Вон. А где она? Пошла. Жрет. А, она с уроном? У нее 30 тысяч дамага, да. Нифига себе. А он кто-то барабаны у нас купил. Какие купил? Я герой, я с барабанами. А, ты герой-барабанщик? Окей. Да, я барабанщик, все в порядке. Ого, суперкорову они призвали, о нет! Меджабуля отняли профессию.
А, все призвали суперкорову, а как вы одновременно? Не знаю, что за суперкорова, я послал поганище. Видимо, это суперпоганище. Давайте тоже построим суперкорову, чем слабый, что ли? Ну, он работяга есть, он что-то... А, так она 100 тысяч всего стоит. Ну да. И вот. Она, наверное, сейчас почистит наши ряды, боюсь, что... Поганище, 35 тысяч демейджа. Наверное, какие-нибудь анимешники делали карту. Это анимешники же любят, чтобы там было урона не 20, 100, а там 10 тысяч, 40 тысяч. Он не добежал. Да, все. Все дело в анимешниках. Во всем виноваты анимешники. Мультик своих насмотрится и потом... Да. Поганят. Супер коровят. Так корова-то была где-то? Я не понял. Где корова? Ну они здание построили. Видимо, она будет строиться. Сумонить коров? По КД? Сейчас узнаем. Ну сейчас тоже построим. Что у нас проседает? Самое интересное, что ультимейт супер корову построил только Годрик. Или Гордик, как, блин, как правильно? Годрик. Гордик. Гордикова впадина. Мы сейчас как раз этот Гарри Поттера пересмотрели, чтобы через 3 минуты на квизах отвечать. Чё? Через... Она 3 минуты суммонится. Ты построил здание, и надо там внутри еще нажать. То есть у них есть еще 3 минуты подготовиться, но они-то не готовы. У нас есть 3 минуты подготовиться, я думаю. Саус Тим же построила, нет? Ну, сначала-то они построили, мы же потом построили. Так они слабые. 300 тысяч хп, 30 тысяч атаки. А, не, подожди, это которые просто супер. А там еще ультимейт есть. Да, ультимейтку. Это просто супер. Просто супер. Так, надо, видимо, уже следующий барак. Давно пора. Да. Да что-то 3 барака маловато, не? Я не знаю, я продолжаю лучниц клепать, честно говоря. Так и делаю. Я не вижу смысла в других юнитах пока что. Типа, я вызываю что-то, ну, жирное, а потом такой, ну, лучницы пошли. Ну да, видимо, реально. Я еще на сдачу грантов отправляю, чтобы когда-нибудь догнать по инкому Меджабулю, но это несбыточная мечта. О, я вырвался на второе место, Я вообще не понимаю, как я так просел жестко, почему? Я вообще вон 167 тысяч не я знаю. Я на последнем месте был, вот когда впервые кто-то обратил на инком, внимание, в скобочках я. Так, о, за 800 башни есть, вложу 800, так уж быть. Я тоже реально отправляю всякую фигню на основные деньги, а на остаток лучницы. Ну, походу, лучница сильнее, чем... Так, чё, башня 500 атаки. Ай-яй-яй, нельзя. Я вообще не понимаю, в чём... Я нажал! Зачем тут герой? Ну, я ауру раздавал. Пока не умер. Да, пока не умер. Жил. И умер. Да. Трагичная история. Ну я башню построил, у нее 1500 атаки. Ну такое себе. Лучниц 5000. Лучниц еще и по дальности выше. Да. Инфернал за 100 тысяч какой-то не очень полезный. Он когда выше падает, даже умер. Не станет. А, айтем, который? Да. Айтем инфернал? Да. Писец у них лучниц скопилось на базе. Мне кажется, сейчас они начнут нас пробивать. О! Ультимейт корова пошла. Все еще 300 тысяч. Че, вызываем еще одну? Так. Я катапульт много заспавнил, чтобы сейчас в их толпу катапультами. Хотя у лучниц дальность больше, чем у катапульт. Что за нонсенс вообще? Да, это вообще бред. Я тоже строил, я просто не понимаю прикола. Ай, да.
А кто эту карту потрясающе посоветовал? Да и я нашел ее на просторах интернета и понял, что лучше бы я ее потерял. О, суперкорова, димасиковская. Она ушла хоть прошлая, а еще идет. Моя чё, еще идет, надо да. Спавнить массово коров, что ли? А чё, а где бараки? Бараки сдохли. Все. No more sending. Индинг не был. Битва коров теперь осталось только. Он Лихирос, но там куча лучниц. В смысле он Лихирос? Вообще нормально. Блин, он Лихирос. Какого хрена? Я за книжками. Кто куда, я за книжками. А, ну да. Блин, ну я милишник. Так, что там? Strange плюс 2. Бля, а что мне Tom of Strange, если это не дает нифига? А, блин, там же можно было написать что-то, ё-моё. Как там написать что-то? Аги? А. Стра. Агу. Агу. О! А что это дает? Мы ждем превратиться. Держим! В атаку! Битва спамеров, серьезно. А как там больше стакать? Есть какая-нибудь команда? Чисто по два. Не надо вам стакать. Сомнительно. Ой, я сдолбался. Мне нужен мне этот... Мне больше не больше непонятно, а что делать-то? А, я отдаюсь! Да, там под тобой еще книжек херва туча. А, это все мое? Да? Ну, они по две. По плюс два. Так что ладно уж. А, ломать! Главку! Меня не остановят! А! А, я шел в этот, на диверсию, на вражескую базу, но не получилось, к сожалению. Не фартануло. Просто... Мы пушили, фига, просто... Да. Только герои теперь, ребят. Без предупреждения, без всего. Ну, мне кажется, достойная концовка в этой карте. Было бы хуже, если бы она была на 4 часа. Типа, ну, чуть-чуть так. Не, на разок поржать, в принципе, можно. Но что-то мне подсказывает, что плейлист по этой карте можно не заводить. Ладно, всем пока.